Владимир Козлов. Вопрос. Кости Иосифа носили по пустыне 40 лет. А где он был захоронен? Ира, где он был захоронен? Ты не знаешь? Я не помню. Я вообще, знаете, видимо, это связано все-таки с личными какими-то вещами. Вот есть люди, которые отвечают на эти вопросы, там, кто где похоронен. Я не всегда это помню. Поэтому я не помню, где он был захоронен, Йосеф. По идее, я не знаю, проверь, может быть, в Махпеле, может быть, в общем месте, там, где вот гробница отцов наших. Погуглите, там, Шула, погугли, где захоронен Иосиф. У меня нет ответа сразу на этот вопрос. Теперь, захоронение Йосефа, книга Иисуса Навина, 24:32. А что, нельзя было сразу написать, где это? Так можно было написать Шхем? Мне тяжело, я столько что сказал. Человек прочитает Иисус Навин 24:32. Еле добился ответа. В Шхеме он был похоронен. А то, получается, он был похоронен в Иисуса Навине 24:32. Написано ответ, так в Шхеме. Похоронен был в Шхеме. О, вот это ответ. Яков купил кусок поля. Вы давайте участвуйте здесь. Группа поддержки. Техническая, тут техническая поддержка, интеллектуальная, психологическая, моральная и водяная.